Итак, друзья, последний парк Танзании, номер 24 в нашей классификации, это национальный парк Саадани. В чем же его особенность? А особенность его в том, что он расположен на берегу Индийского океана. Это 8 километров побережья. А одно из наиболее значительных по размерам гнездований черепах материковой Танзании. На территории течет пресноводная река Вами, где можно наблюдать за зимородками и малыми фламинго. Чем заняться? Сафари на джипах, пешее сафари, плавание и снорклинг в океане, прогулки на лодке и посещение рыбацкого поселка Саадани. Когда посещать? Посещать можно, в принципе, круглый год. Всем спасибо. В следующем видео я расскажу, как же выбрать из этого многообразия парков тот парк, который вам, именно вам подходит, да, по душе. Потому что все парки посетить просто невозможно за поездку. Хоть и хочется, конечно же. Как выбрать, как определить, как понять, какой парк подойдет именно вам по бюджету и по вашим предпочтениям. И по количеству времени, которое у вас есть, чтобы посетить данные парки. Ну и вообще, которое вы выделили, то время, которое вы выделили на Танзанию и на Занзибар.